Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на канале Бельканто. Меня зовут Елена Корнелис Сысоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы по линии Мелоки и Дель Моника. По избежании непонимания или ограниченного понимания больших поклонников Елены Васильевны Образцовой, я предлагаю в этом видео именно зрителям канала или просто прохожим, кто набредут на это видео, высказать, а какая певица, исполнившая роль Эболи, была бы для вас интересна. Какая Эболи является лучшей Эболи 20 века, на ваш взгляд? Я в ссылке к этому видео оставлю в описании, я оставлю ссылку прекрасных певиц. Татьяна Троянос. Это прекрасная мецо-сопрано немецко-греческого происхождения. Это Елена Черней, блестящая мецо-альт румынского происхождения. Это Ирина Константиновна Архипова. Это одни и те же, как бы, арии. Я ссылку поставлю в описании. Это Елена Васильевна Образцова. И если вы хотите в комментариях предложить свою певицу, которая пела в 20 веке, Эболи, и можно это послушать на канале YouTube, с удовольствием выкладывайте свои мнения, показывайте, обосновывайте. Это очень интересно, потому что в размышлении и рождается правильное понимание не в узком рассмотрении, а в широком рассмотрении какого-либо вопроса. А сейчас мы говорим о партии Эболи, Джузеппе Верди и лучшей исполнительнице 20 века. Да, слушайте ссылки, посмотрите ссылки в описании и высказывайте свое мнение. А также можете предложить свою певицу. Всего доброго, до свидания.